International Space Station. We're about to see Sumter passing by, over. Ho, ho, ho! Итак, я вам хочу рассказать про мобильное приложение, мобильный сервис Дисконта. Это приложение, которое позволяет обычным пользователям экономить на своих покупках, участвовать в интересных акциях и чуть больше узнавать о брендах. На данный момент Дисконта — это сервис, в котором уже более 60 тысяч скачиваний. Мы уже в этом году подписали достаточно много контрактов с такими компаниями, как Mars, PepsiCo, X5 Retail Group, L'Oreal, Ferrero. И оборот компании в этом году составит, по предварительным оценкам, около 3 миллионов рублей. Итак, что же пользователю можно делать в Дисконта? Пользователь Дисконта может находить товары, покупать их в обычных магазинах, Терочка, Ашан, Магнит, Лента, Окей, фотографировать чек и за это получать деньги. Это одна из и первая наша механика. Также в Дисконта доступны купоны. Ну, в данный момент мы этот функционал только дорабатываем. Ну, в следующем году, вот уже в начале года, у нас будут первые проекты с купонами, которые можно показать на кассе и за это получить скидку в чеке. Ну и также есть отличная история, где пользователь может видеть различные акции крупных и не очень крупных компаний, вводить код с упаковки, либо также присылать чек и за это также получать бонусы и различные вознаграждения. Наш продукт, понятное дело, он интересен потребителям, они экономят, зарабатывают, им это, для них это прибыльно, но также он помогает решать проблемы и вызовы как производителя, так и ритейла. Производители сейчас сталкиваются с огромным количеством информации, которую трудно донести до пользователя, до своего потребителя, к тому же и ритейл этому способствует, потому что в ритейле существуют очень жесткие ограничения на продвижение, на рекламу. И у ритейла также есть определенные проблемы. Это работа с трафиком, работа со средним чеком, работа с количеством посещений покупателя в магазин. И все эти вопросы, все эти вызовы Дисконт помогает решать. Понятное дело, что мы не одиноки на этом рынке. Достаточно много компаний. Это наш такой субъективный чат сравнения. При этом, понятное дело, у нас очень много таких хороших оранжевых кружков, но мы не говорим, что у нас есть в данный момент конкуренты или те, кто мешает нам развиваться, или мы кому-то мешаем. На самом деле рынок сейчас не занят практически, ну и даже если все эти сервисы суммировать, навряд ли наберется 5% владельцев смартфонов, кто бы этим пользовался. Поэтому потенциал рынка огромный, и несколько компаний крупных подтверждали это своими расчетами. Действительно миллиардный бизнес в долларовом эквиваленте. И мы очень оптимистично смотрим на это. Наша бизнес-модель, она довольно проста. Мы привлекаем пользователей, на них зарабатываем. У нас так все складывается, что сейчас привлечение нам стоит дешевле, чем lifetime value. Это показатель, сколько мы зарабатываем с пользователя в период его работы с сервисом. И у нас огромные планы. Мы в 2019 году планируем стать миллиардерами, можно так сказать. И в 2018 году мы планируем выйти уже на положительные EBITDA. Что касается инвестиций, мы достаточно так, ну, для нашего уровня достаточно немало. То есть мы потратили на это деньги. Это в основном была разработка, это поддержка, операционные расходы и немного маркетинга. И сейчас эта цифра порядка 9,5 миллионов рублей. Что нам нужно в следующем году? Мы сейчас ведем с несколькими компаниями переговоры, и мы видим для себя цифру в 12 миллионов рублей, которые в основном будут потрачены на маркетинг, то есть на лидогенерацию, на привлечение новых пользователей, потому что история такова, что нужно рынку рассказывать об этом. И также мы хотим расширить нашу команду, пополнить ее профессионалами именно с точки зрения аналитики и диджитал продвижения.
Если говорить как раз о нашей команде, то в компании есть два соучредителя. Это я и мой партнер Марина Шичкина. У нас с ними двоих, как мы посчитали, более 15 лет опыта в маркетинге и в рекламе. Я поработал в свое время в большом количестве очень крупных интересных компаний. Было интересное и такое хорошее время для получения опыта. Марина же всю свою карьеру выстраивала в рекламном бизнесе. Сначала она работала в сетевом рекламном агентстве, сейчас у нее свое рекламное агентство. И это нам очень помогает развиваться, потому что у нас есть на двоих очень такой хороший скомбинированный опыт, который помогает и дополняет друг друга. Также есть команда разработчиков, люди, которые это все продают, и те, которые это продвигают в диджитал. На этом у меня все. Спасибо вам большое.